Здравствуйте, подписчики и задроты. Сегодня я выберу топ-5 лучших подарков для задрача. Конечно же, я поздравляю всех задротов, всех русских баранов, русню, всех поздравляю с Новым годом. Подарок номер раз. Вот, подарок для задрота. Это процессор Intel Core i8 с Китая. Пригнал его с Китая, вот, китаеза делал. Так, блядь. Вот такой процессор. Желательно его подарить прошитым уже, готовый прошитый. Вот так размечаешь и прошитый даришь ему. Видео по прошивке процессора я закреплю вот здесь, вот тут на картинке. Вот здесь картинка, вот. Вот здесь картинка, короче, этот, короче, который надо прошивать процессор. Там научил я всех. Подарок номер один пройден. Подарок номер два — это коготь медведя, коготь. Коготь — это медальон для задрача будет, чтобы он был в любом игре PUBG, когда он в PUBG играет, чтобы он был любым самым мощным бойцом. Этот коготь он должен себе повесить на шею, и ночью ему этот коготь в грудную клетку попадет, не дай бог. Но этот коготь — это специально для вот игр в PUBG. Подарок номер три. Специально для задрота я выбрал вот такой специальный мультяшка, вот. Тома Джерри, 65 серий. Это он должен смотреть после того, когда поиграет в PUBG. Но в PUBG он должен проиграть больше 65 раз. Потому что у него стресс будет, у задрача. Ему надо будет срочно скинуть стресс. И вот это вот перед сном он должен посмотреть. Так как задрачи, они очень нервные люди. Пошли все нахуй, суки ебаные. Путин, заебись, блять. Обама говно, Трамп сосал мой хуй. Подарок номер 4. Это фотоаппарат «Зенит». Фотоаппарат «Зенит» будет прекрасно снимать PUBG, вот, онлайн-трансляции, вот, PUBG. Чтобы задрач мог спокойно снимать на ультра-высоким качеством видео и трансляции своих игр. Задрачу явно понравится такой подарок, вот. Подарок номер 5. Это завершающий подарок для задрота. Карвалол. Это когда задрач проигрывает больше 100 раз за день, и сердце уже не выдерживает с нервной системой, ему явно нужно быстренько восстановиться, чтобы снова поиграть в свой PUBG. Или Counter-Strike, там я не знаю, что, бля, задрачи играют сейчас. 0,142 грамма он должен выпить залпом. Ну вот, метанол, этанол, вот это все натрий он должен смешать. И все, он это должен выпить залпом. И снова можно садиться играть в PUBG. У кого есть еще какие идеи новогодних подарков для задротов, можете мне написать директ. И я оценю ваши вот эти моменты туда-сюда. Всех задротов и русню я поздравляю опять же с Новым годом. Так, всем до свидания. Попрошу подписаться, поставить дизлайк.